На Покровской ярмарке установили не только гастрономический рекорд, обжарив 250 килограммов сала, но и рекорд самой ярмарки по посещаемости – около 250 тысяч человек. Такого количества гостей не было за всю историю проведения праздника. Правда, во время раздачи праздничного торта образовалась массовая толчья, активно обсуждаемая в социальных сетях и получившая множество громких эпитетов. Так что в следующий раз городским властям нужно будет задуматься, как избежать подобного. Я не очень понимаю разницу в природе между раздачей торта или раздачей бутербродов. Они происходят, разрыв между этими событиями сутки, и вот в бутербродах, а до этого в колбасе и ухе, все происходит спокойно, а вот торт почему-то вызывает такой ажиотаж. Ну, я думаю, мы разгадаем эту загадку.